Добрый день, компания Progress Auto. Сегодня на обзоре у нас мини-трактор Hinomoto NZ235. Трактор имеет 23,5 лошадиные силы, трехцилиндровый с гидроусилителем руля. Это у нас аналог Кубота. Сейчас пройдемся по его характеристикам, состоянию и всему остальному. Итак, передние шины установлены у нас 6х14. В хорошем состоянии, без порезов, трещин, в хорошем остатке. Задние шины 9,5х24. Также все целенькие, хорошие. Наработка мини-трактора у нас 512 моточасов. Здесь у нас ломается колоночка для удобства под себя. Функция быстрый разворот имеется. По рычагам вал отбора мощности 3 передачи. Имеется реверс на ПТО. Будет 3 передачи назад, 4 ВД. 4 пониженные и повышенные. 3 передачи вперед, 1 назад. Управление фрезой. Здесь у нас функция быстрый разворот подключается. Автогоризонт. Фреза на 3 точки. С быстросъемом. Фреза у нас 1,5-метровая. В хорошем состоянии. Вся целенькая. Ножи. Полный комплектик по его размерам. Ширина трактора по переду 113, по заду 118. Колея по переду 95, по заду 95. Клиренс 36. Длина мини-трактора от переднего бампера по задние колеса 2,60. Высота по руль 145. Вот такой красавчик. Компания Progress Auto.